Аркадий Петрович Гайдар. Совесть. Нина Карнаухова не приготовила урока и решила не идти в школу, но чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня болтается по городу с книгами, Нина украдкой прошла в рощу. Положив под куст связку книг с завтраком, Нина побежала догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее удивленными глазами. Так как он держал в руке букварь, Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить. «Несчастный прогульщик!» — строго сказала она. «И это с таких юных лет ты уже обманываешь родителей и школу?» «Нет», — удивленно ответил малыш, — «я просто шел на урок». «Но тут в лесу ходит большая собака. Она злая, и я заблудился». Нине пришлось взять его за руку и провести через рощу. А связка Нининых книг завтраков так и остались лежать под кустом. Вышмыгнула из-за ветвей собака. Книг не тронула, а завтрак съела. Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака, но слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И на сердце было тяжело, которое грызла беспощадная совесть.